Привет всем моим звездочкам, и у нас с вами сегодня реакция на 91YM. Естественно, как только вышел клип, как обычно, Айви сразу пришли мне писать: «Ари, ты обязана посмотреть что-то там потрясающее». Я скачала клип на компьютер, но мне начали писать, чтобы я посмотрела с субтитрами, как всегда. А я, вы знаете, я же говорила, что я не успеваю читать субтитры и смотреть клип, то есть я вываливаюсь из атмосферы, если пытаюсь уследить за тем, что там написано. Вот, поэтому... Все-таки посмотрю с субтитрами, окей. И еще хотела обратиться к тем особо токсичным, даже не просто юным, есть и взрослые токсичные иглс, которые хейтят по любому поводу. Цените свою группу и не выставляйте себя такими идиотами, потому что если нравится релиз, то значит реакционер подлизывается перед фанатами, пытается им ублажить. Если не нравится релиз, то обливается этот реакционер помоями, типа лучше бы ты не смотрел. А если мнение нейтральное, то как ты мог не оценить сей шедевр? Поэтому, пожалуйста, если вы из такого разряда, ставьте свой дизлайк и спокойно шуруйте мимо, ибо в бан будут попадать все, да. Это не конструктивная критика, это оскорбление. И когда плюют в лицо, то пытаться понять, что ведет этим человеком, нет смысла. Поехали. Она бы не тянула. Ал терезенің алдындағы шаң түскен кесе қалай тұр дәлді солай тұр. Суық күндері суда тоқтайды. Мурашки. Ал айналам кеудеме ауа жібермей, көзімнен жалын сұрайды. Қателіктер тәжірибеге айналғанша ертеңіме күте тұрсыншы дегім келді. То, что было сказано, довольно-таки глубокомысленно, но... Мені бүгін дұрлап кетті. Енді өзімнен сұрайым. Уайымның қажеті не? Опять мурашки покатили, так атмосферно. Но то, что было сказано, нужно просматривать и прослушивать еще раз более вдумчиво. Наверное, я не смогу вот так сходу прям понять весь смысл, вложенный в эти слова. Но тембр голоса сказанный, кадры, и даже сейчас это колыбельно, мне очень нравится, очень кинематографично, и я что-то ожидала, что-то другого, наверное. Вода. Очень круто. Погружаешься в атмосферу моментально. Это точно клип? Это не кино? Не? Так, окей. Мне уже прямо интересно саму песню услышать. Офигенные переборы гитары. Смотрите, там телефон, и ему кто-то звонит. Что происходит? Главное, блин, как будто прорубь прям в поле. И он туда булькнулся, нет? Да, нет? Такое я где-то уже видела. Слушайте, а тут часом нет отсылок к каким-то другим произведениям, к фильмам, там, к фильмам? Красиво здесь. Вот эти вот переборы голоса. Как сказать? Драма, люди. Как я люблю такой накал страстей. Не бейте ребенка! Круто, мне уже все нравится. Ребята, я люблю такое. Ух ты, блин. Что происходит? Но тут, блин, сразу не поймешь. Всего. Посмотрите, подводная съемка. Офигеть, просто офигеть.
поднимайся. Спросишь меня, не безумец ли я? Офигенно, тут нужно либо смотреть, либо читать. И там много смысла и в лирике, и в видеоряде. Мне кажется, это одна из самых, наверное, самая дорогая работа. Они очень высоко поднимают планку. Чё он там лежит, опять телефон? Поднимают планку, я имею в виду, для своих соотечественников. Песня хороша, конечно. Все хорошо, и музыка, и лирика, и исполнение. Вылазь давай! Блин, тут все такое грустно-печальное, а я, как обычно, под впечатлением сижу и улыбаюсь. Спасай! Кого-нибудь. У меня звук плавает в наушниках. Туда-сюда. Там что-то горело. Дитё бежит по лесу, а за ним гонятся плохие мальчики. Хорошо, что они показывают прям конкретно, как там бьют или что там такое. Ой, сейчас сердце с груди выпрыгнет. Блин, накатывает ребзя. Ой, наконец-то, боже ты мой. Слава богу. Ух, ёлки-моталки. Ребят, ну это тот клип, который, конечно же, один раз посмотреть недостаточно. И песня, которую почитать лирику один раз недостаточно. Я не успевала и то, и другое делать, к сожалению. Вот, поэтому сейчас вам так полностью сказать свое впечатление я не смогу. Только смогу, когда посмотрю это все еще несколько раз, вслушаюсь. Но первое мое впечатление, как я уже сказала, по-моему, это, наверное, самая дорогая работа, ребят. Плюс ко всему, там слишком много всего происходило. Очень много. Впечатлили эти чуваки, стоящие посреди поля. Ну, это вроде как типа озеро и прорубь, но это было похоже, как будто прям посреди поля такая дыра с черной какой-то водой, темной. Это очень смотрелось крипово, плюс вот эти чуваки, стоящие в капюшонах, как будто они какие-то сектанты. Ну, в этом, конечно, вы мне там напишите, в этом есть смысл. И дитё, которого били в туалете, как всегда, драма такая. Она мне так всегда нравится. Вот этот вот, как я уже сказала, накал страстей. Начинаешь переживать, хочется кричать: не трогайте, не обижайте, прекратите, остановитесь. Но, тем не менее, да, то самое стекло, которое мы все любим, на которое прикольно смотреть, за которым прикольно наблюдать. Что касается самой песни, как я уже сказала, музыка, сама композиция шикарнейшая. Там то, что я на фоне умудрялась вслушиваться периодически, мне очень понравилось. Мне гитара очень понравилось. Плюс ко всему исполнение ребят, как и в прошлой моей реакции, я говорила в этой композиции, я тоже заметила, она как будто бы состоит из разных таких кусков, что ли, не знаю. И у мальчика у каждого свой особый голос, и мне нравится, как они обыграли в этом клипе своими голосами всю эту историю и сам мотив. Мотив этого всего. Тоже, конечно же, мне понравился, и смысл, опять же говорю, недостаточно одного раза посмотреть для того, чтобы все это понять. Что-то было очень глубоко, и как-то, конечно же, пересекалось со всей историей клипа. Вот, что еще сказать. Наверное, я при монтаже буду думать, блин, надо было еще об этом поговорить и об этом. И, конечно же, я рассмотрю побольше, буду думать, что делать-то? Как мне теперь добавить это все в видео, все свои мысли, но уже все. Поезд ушел, вечная моя проблема, дилемма. Пишите, пожалуйста, отзывы в комментариях, адекватные, а всех неадекватных персонажей я попрошу либо уйти, либо вы можете написать в комментариях, чтобы потратить время для того, чтобы я влепила вам мощный бан. Опять я возвращаюсь к плохому, ибо, ну да, уже вот здесь вот ребят сидит, прям аж дотошнило. Вы самые неадекватные представители фандома, это именно у Иглс, не у всех, ребята, не у всех. Вот та жменька самых ядреных, гадостных, пакостных, из-за которых многие реакционеры просто перестают смотреть
смотреть 91, тем самым как-то вы, наверное, тормозите продвижение группы, как мне кажется, вот. А ребята молодцы, клево, клевый релиз. Да, это очень высокая планка и для Казахстана, и для наших советских стран. Это то, что действительно достойно, то, что дорого, и можно только гордиться ребятами и той музыкой, которую они создают. Они растут, и это потрясающе. Ну, а на этом все. Саран-саран, с вами была Ариран. Я всех целую, люблю. Пока-пока. Блин, не всех целую, люблю. Не всех, а моих адекватных звездочек, так что... Пока.